красотули! С вами Лаки Бобо! Ребята, сегодня мы поиграем с фиолетовым плюшевым монстром, который очень любит шейки. Догадались, кто это? Прямо сейчас напишите в комментах. Да-да! И это Гримас! Надеюсь, его шейк-коктейли будут вкусные. Хотя это не точно. А перед тем, как мы начнем, поддержи этот видосик лайкосиком и подпишись на канал, если ты не сделал этого раньше. Давай, подпишись, не ленись. И для всех, кто любит искать пасхалочки в моих видосиках, в этом видео я спрятал 4 пасхалки в виде гримаса. Вот такого. Попробуй их найти. И напиши тайм-код в комментариях. И, возможно, именно твой коммент попадет в следующий видосик. А сейчас хватай вкусняшки и начинаем. Пара-па-па-па! Гримас Милашечка представляет! Вот я бы не назвал его Милашечкой. Может, он на фотке просто не получился? Ну что, гоу проверим! О, коктейльчик сразу нас встречает! Ну, класс! Забираем его! Так, чёт где-то открывается. И проход открыт! Ты выпил мой коктейль! Твой? А я думал, это мне был. Вот твой, держи! Этот сам пей! Мне нужен первый! Ну, сорян, первые я уже не отдам. А ты вообще, кто такой? Гримас я! Ты чё, не узнал меня? Да, конечно не узнал! Ты что, похорошил? Да-да, я Милашечка! Упс, еще коктейльчик. Что? Ты опять взял мой коктейль? Получается, что да. Ну, ты же их раскидал тут специально. Так, чтобы я забирал, даже если не хочешь. Да-да, это ловушка. О, нет! Так, нужно держаться от него подальше. Ну что, дубль 2, открываем ворота. Ты опять выпил мой коктейль. Да-да, было вкусненько. Жаль, ты не попробуешь. Эх ты, ты что задумал? Да, ничего такого. Я решил не дать тебе просто ни одного коктейльчика. Ты что, серьезно? Да-да, ведь чтобы убежать от тебя, нужно собрать 17 шейков. А нам уже 14. Так, чё-то Гримас там притих. Эй, плюшевый, ты куда спрятался? Давай вылазь, я твой шейк выпил. О, вот еще один! Вкусняшка! Эй, стой! Мне хоть один оставь! Сори, Гримас, но нам нужны все шейки. Ты сегодня в пролете, как муха в самолете. Ха-ха! О, вижу еще один. И еще один. О, нет! Я ж так похудею! А я, кажись, наоборот, потолстею. Опс, я уже, походу, напился и наелся. А у нас еще 9 шейков впереди. Ух! Нет, он мой! Отличненько! Забирай! А я пока передохну. А нет, он еще один. Гол его потянул. А давай-ка, на перегонки! Я первый! Гримас, ты че, не выпил коктейльчик? Нет! Сам пей! А чего ты не хочешь-то, а? Ну, просто не хочу. Отвали. Странно. Что-то ты задумал. Чувствую. О, еще один выпили. И от Гримаса вроде оторвались. Ой, я больше не могу их пить. О, до меня дошло. Я понял, что Гримас задумал. Капец, он дает. Вот хитрюга. Короче, ребята, он решил специально нас напоить своими шейками, чтобы мы опились и лопнули. Ой, но мы держимся как можем. Так, осталось еще 3. А, уже 2. Так, там я вроде все проверил. Или все-таки где-то пропустил. Гоу, еще раз пробежимся и точно проверим. 100 пудов. Вот где-то в уголочке спрятался коктейльчик. О, нашел. Вот он. Все, остался последний. А бегать становится, кстати, все тяжелее и тяжелее. Эх. А ты не беги. Иди сюда. Со мной посиди. Ну, спасибо за предложение, но я, пожалуй, откажусь. И быстренько пробегусь, чтобы найти последний шейк. Супер быстро. Гоу. О, нашли! Надеюсь, я не лопну сейчас. Есть! У нас получилось! Правдивый финал. Тебе удалось избежать этой гримасы, но он всегда будет преследовать тебя в ночных кошмарах в образе гримасы. Гримас расстроен вашим побегом, так как он надеялся поиграть еще немножко. О, не-не-не, больше шейков в меня не влезет. О, нужно немножечко вздремнуть. Чё-то я устал. О, нет, опять шейк? Да, выпей, Гримас, шейк, подкрепись. О, нет, спасибо. Давай, быстрее, налетай. Ой, фух, это был сон? Да ладно, да блин, кто ж там трезвонит-то? Чего, это маг? Странно, что у меня он вообще подписан. Алло! Привет, это доставка еды. Ваш заказ готов. Я совсем скоро буду.
Хорошо. До скорой встречи. До скорой. Вот что-то я не помню, чтобы я что-то заказывал. И тем более смака. Странно. И в то же время интересно, что ж там за заказ-то такой? Ребята, а как вы думаете, что я мог заказать? Напишите в комментах. О, холодос. Сейчас проверим дверь и вернемся к нему. А, она закрыта. Ну что, давайте тогда заглянем в холодос. Опа, уже доставщик приехал. Ну шумахер он, однако. Так, а где тут входная дверь-то? Думаю, вот она. Иду, иду. Минуточку. Ну, здрасте, шейк и наггетсы. А где доставщик-то? Ау, есть кто? Странно, тишина. А заплатить-то кому и куда? Ну да ладно, давайте-ка это заберем. А то запашок на целый этаж стоит. Сейчас соседи все сбегутся. Так, го, усядемся поудобнее. Вот тут самое удобное место. На диванчике. Если бы еще телек работал, то было бы вообще отпадно. А он с ягодкой, только не распробовал с какой же. Точно, с черникой. А он совсем неплох. Гримас, с днем рождения. Опа, а это кто еще барабанит? Может, доставщик вернулся? Опомнился, что денежку забыл. Странно только, чего это он в окно барабанит? Сейчас проверим, кто это. Открывай, давай. Чего? Гримас? И ты какими-то судьбами? Ты сюда пожаловал. Я тебя вообще-то не ждал. Привет, привет, пусти меня. Эй, ты куда пошел? Дверь же с другой стороны. Он чего, на балкон полез? Походу, да. Так, проверим, может, балконная дверь сейчас откроется. Фу ты, блин, напугал. Ты ж чего так барабанишь-то, а? И уже в дверь? Ну все, иду, иду. Потерпи, нетерпеливый какой-то. Давай, залетай. А ты где, а? Гримас, ау. Я тут. А как это ты зашел? Я не понял-то, а? Дверь же тут. Так, пожалуй, я пойду отсюда. Шучу. Эй, а что это ты задумал-то? Совсем ничего. Эй, включите свет. А где это я? Да ладно! Не может быть! Ну вот как так меня угораздило-то? В желудок гримасу попасть! Ну вот я в разные места попадал! Но чтоб в желудок, то впервые! Ну, блин! Меня засосало! Так, все понял. Розовая жидкость – это кислота. И в нее лучше не наступать. Капец! Гримас что? Все ест целиком? Да еще все подряд! Так, думаю, что нам нужно пробраться вперед. О, вот до той синенькой кишки. Фе, он съел какашку! Да ладно! А я-то думаю, что-то тут воняет-то так. О, фух, добрались. А тут жутковато как-то и скользко. Так, надо срочно выбираться. И выход может быть тут. О, а куда это я попал-то? Не совсем понятно. Так, давайте пробежимся вперед. Думаю, нас эта кишка должна куда-то привести. Уху, прям как в аквапарке. Ого, это чего, целая курица? Да ладно, опа, и пушка. Она нам явно пригодится. Все, Гримас, открывай проход, мы заряжены. Ясно. Что за пушка-то такая странная, которая не стреляет? Воу, она воздушная! Класс! С помощью ее мы сможем летать. О, может, нам удастся и из этого гримаса вылететь? А сейчас нам нужно научиться с помощью ее летать. Ну, вроде потренились. Гу, обратно в желудок, будем искать там выход. И куда это мы попали на этот раз опять? Вам нужно освободить каждую душу из тюрьмы Гримаса, чтобы уничтожить его сердце и сбежать, пока маленькие убийцы Гримаса охотятся на вас. Ну что, сможете ли вы добиться успеха? А вот это мы сейчас узнаем. Ну что, начинаем! Пока что никаких маленьких гримас я не вижу. Может, они настолько маленькие, что их вообще не видно будет? Так, наша задача – освободить души. Сейчас посмотрим, как они вообще выглядят. Давайте-ка откроем их. Готово! Одну из шести освободили. Опа! А вот и гримасики приплыли. А точнее, прилетели. О, как их здесь много! Сейчас мы сделаем их чуть-чуть поменьше. Вот каким это нужно быть голодным, чтобы съесть вилки целиком? Капец просто! О, смотрите, мелкий спрятался. Давай, вылазь-ка. О, и еще один в полете. Иди-ка ты сюда. Отвали, капец, меня уже покусали. Я тут аптечку где-то видел. О, вот она, супер. Здоровье пополнили. Сейчас нужно летающих позбивать. А то они грызутся. Совсем не слабо. Отсюда не спрячешься от меня. Блин, да сколько вас тут? Так, все, нужно освобождать души. А то эти летающие гримасики бесконечны походу. Открываем вторую клетку. Готово, даже и не думай. Ха-ха. Так, быстренько открываем еще одну. А, меня тут нет, я в домике. А мелкие гримасики прям милашки с крылышками, пока не подлетят очень близко. Так, нужно открыть еще три клетки. А они, походу, на другой стороне. О, смотри.
смотрю, подлога уже летит, но не долетит до нас. О, да! Ни одного промаха! Ну, прям снайпер! Так, все, побежали к душам, а точнее попрыгали. И еще один! Оу, как они подкрадываются умело! Так, все, вроде никого. Гоу к клеткам. Оу, прям на лету поймал! Еще две клетки осталось открыть. И смотрю, два гримасика летят, но не долетят. Вон еще один крадется. Был и нет. О, аптечка. Ну супер! Смотрите, а сердечко радуется. Прям маленькие сердечки выпускает. Так, нам надо открыть быренько клетки. Четвертая готова. Сейчас летающих собьем и пятую откроем. Так, все. А нет, еще появились. Давайте быстренько освободим территорию. Ну, вроде все. Открываем пятую клетку. А нет, вон еще один был. Ща, я надеюсь, к нам никто не подберется. Быстренько открываем. Есть! Ну что, пернатые, прилетели? А вам меня не остановить. Так, вижу последнюю клетку. Надо потихонечку пробраться к ней. Ну что, прыжок? Так, главное не свалиться. Ням-ням-ням-ням-ням. А грызутся совсем не мило. Ах, открываем быстро клетку, пока никого нет. Есть, мы это сделали. А чё так все колбасится-то, а? Что тут происходит? О, неужели я не успел? О, выбрались. А это что, гримас? Так, нужно валить. Изначально вы считались главным подозреваемым в расследовании смерти Гримаса. Когда вы сообщили полиции, что Гримас попытался убить вас, и вам едва удалось выжить, они вам не поверили из-за вашего значительного повреждения головного мозга. Капец! В результате вы были отправлены в психиатрическое учреждение для дальнейшего обследования и лечения. А вот это попандос! Вот это да! Сходили в гости, называется! Да уж, Гримас прикольненький. Ребят, а как вам Гримас? Напишите в комментах. Ну, а также можете написать прикольные игры с ним, в которые мне стоит поиграть. А сейчас время ваших комментариев. Спасибо, мои хорошие, за ваши комменты. И, конечно же, поддержку. Я это очень ценю. А на сегодня это все. Всем пока-пока! До следующего видосика!